Привидище! Это Лего Фортнайт, и я нахожусь где-то высоко в небесах на своем воздушном шаре. И после того, как я вернулся с ледяного биома, я не могу повернуть направо, руля-то у меня нет, двигателя второго, который направо бы меня повернул, тоже нет, поэтому все, что я сейчас могу сделать, это нафиг сломать наш воздушный шар, упасть вниз и дальше уже добежать до дома. Хотя мне это так лень делать. О, ну и, конечно, скелеты появились. А еще, куда упали мои А, вот они, вот только что упали. Ну и зашибись. Все, тогда вот это вот разбираем. И идем домой делать новую Эй, спокойствие. Не надо на меня так нападать. Я вроде бы все собрал, не хочу с ними драться. Бежим. Делать новую кирочку для ледяного биома, чтобы сходить в ледяную пещеру, добыть там необходимые ресурсы, чтобы потом сделать верстак эпический, на минуточку, очень эпический, который позволит делать нам крутое вооружение. Вы все еще за мной бежите? Похоже, камни кидаете? Вы что, с ума сошли, что ли? Да я вас по косточке разберу. Пацаны, подъем, там облава! Хотя уже вроде за мной никто не бежит. Отбой! Отбой. Меня там кто-то кушает? Кто это ночью подошел к холодильнику? Я не понял. Ты кто такой? Ты что тут делаешь? Левица пришла к нам в гости, но она не из наших рядов. Ладно, пускай гостит. Я не против. Итак, смотрим, что нужно, чтобы сделать эпическую кирку. Палка из морозной древесины, обсидиановый блок. Ну что ж, раз такие дела, пойдем это делать. Палки у меня достаточно. Вот. Делаем. А, стой, какая доска? Нет, изменить рецепт нужно. Десяточку сделаем. А, извиняюсь, верстак у нас уже до максимума апгрейжен. Его апгрейживать больше некуда. Ну, по такому поводу все, что нам остается сделать, это только печь и просто наведаться в ледяную пещеру. Окей, наверное, так и поступим. Собираем, значит, наши морозные палочки. И бежим скорее делать нашу эпическую кирку. О, да. Давай посмотрим на нее. Фиолетовая. Мощная. Вот такая вот кирочка. Почему-то она тут как серая выглядит. Так, для печи нам нужны медные слитки и лавалит в большом количестве. Для того, чтобы выплавить эти слитки. Ну и для того, чтобы построить эту печь. Поэтому придется отправиться вначале в песчаный биом. О, цыпочки. Я как раз хотел с утреца сожрать пару яичек. Сейчас я их поглажу и вытрясу с них яйца. Благодарю вас, цыпы, вы очень добры. Вот она наша пещерочка. Не зря я тут флажочек оставил. А то бы не нашел. Единственное, что я забыл, так это взять шейкер-шейкер. Чтобы мне было не так жарко тут. Ну ничего страшного, учитывая, что я даже могу ходить... Ой, я сейчас тут могу и ожог получил. Это больно, я хочу просто лавалит забрать. По лаве, как мы выяснили в прошлый раз, я могу ходить и, в принципе, вообще как бы по барабану на нее. Потом подхилился просто и побежал дальше. Ух ты, там что-то есть. Интересно, если я динамитом вот это вот подорву, это подорвется или нет? Валим. Не подорвется. Как-то это нечестно. А если туда прям закинуть? Еще разочек. О, зашибись. Я открыл тайник. Точнее, отрыл. Ну, такой себе тайник, если честно. Вон еще один сундучок. О, надеюсь, там хоть что-нибудь будет отдельное. Ну-ка. Ну, вернули мне просто динамит. Вот и все. О. Что я нашел-то тут? А чтоб ко мне там не подбежали со стороны. А то там орала за мной бежала. Я слышу, что кто-то ко мне ползет. Ай-яй-яшеньки. Ну давай уже, все, отдыхай. Что это такое? Нектарный гриб? Ух ты, я из этого нектарного гриба кучу всего достал. Обалдеть, шелк. Эх, я бы все, конечно, это все... А, ну, в принципе, мясо мне не нужно. Шок я бы забрал. Вот это что? Семечко перца у меня есть. И вон там вот бодрящая ягода, как бы. Мне интересно. Лавалита я набрал. Валим домой. Пока что у нас готовилось 8 слитков. Нам это понадобится для того, чтобы сделать длинный меч.
Без меча в ледяной пещере делать нечего. Безусловно, особенно без такого мощного. И сейчас мы еще его улучшим. Берем этот меч и зачаровываем его на субстанцию урона. Теперь этот меч должен наносить не 7 урона, а сколько, покажите нам. А непонятно. Просто увеличивает урон, но сколько, Пикаш его знает. В таком случае надо еще зачаровать. И субстанцию прочности надо наложить, чтобы меч этот продержался как можно больше. Че у вас тут за столпотворение? Вы тут застряли, что ли? Давайте дуть отсюда уже. Работать! Всем работать! Сейчас попробую сделать управляемый летающий шар. Не знаю, выйдет у меня это или нет, но рискнуть нужно. В общем, не получается эта тема с фундаментом. Я вот ломаю нижний блок, и фундамент должен упасть, и тут как бы ездить, но он рушится вместе с нижним фундаментом. Поэтому как бы не прокатывает. Только вот так вот у меня вышло. Надеюсь, что рубильники будут все-таки переключать как надо. Блин, облом. Рубильники тут не строятся. Хотя здесь могут построиться. Вот. Тут типа строится. А тут что не строится? Ой. Случайно сломал себе ящик. Ну что, мое корыто готово. Остается только сходить и забрать вот эти слитки, взять лавалит, обсидиан, поставить печь, и можно лететь. Печь, печь, печь. Вместо гриля она у нас будет, или это будет прям отдельно стоящая печь? Вот здесь вот. Оу, теперь я могу печь хлеб. Ммм, еще 5 предметов, давай посмотрим. Пиццу могу делать, фруктовый пирог, мясной пирог, тыквенный пирог и сам хлеб. Обалдеть просто. Самый крутой здесь это вот этот пирог. Он дает выносливость 5 уровня на 2 минуты. То есть выносливость будет восстанавливаться практически молниеносно. Ну а теперь бежим запускать мою вот эту вот летающую карету, на которую очень сложно запрыгнуть, но возможно. А еще интересно, поставится ли сюда воздушный шар. Я должен... О, в принципе, он ставится. В принципе, он ставится, но непонятно, сломаются ли рычаги. Сейчас увидим. Да. Мы никуда не полетели, потому что слишком тяжело. Окей, придется делать мини-шарики по сторонам. Сеньор Помидор, ты ли это? Капец, что тут забыл? Сейчас все, что я хочу сделать, это попробовать столкнуть вот эту вот фигню вниз. А, только не сломай ничего, пожалуйста. Только не сломай. И посмотреть, полетит ли оно в принципе. Ну, спускается аккуратненько. Только не на дерево. А то как же я его потом достану. Ой. Стой, опустись, пожалуйста. Опустись, опустись. Падай, 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 падай. Отлично. Отлично. Запрыгиваем. Проверяем двигатели. Ах ты, зараза. Смотри, что делает. Все двигатели, короче, разом работают. Так что фигня получилась. Какая-то. Ну, что за дела? Ну, ей-богу. Почему нормально нельзя сделать так, чтобы один рычаг привязывался к одному двигателю, а другой к другому? Вечно нужно какими-то мазохистскими штуками заниматься. Сейчас, короче, проверю. Отсоединены ли эти фундаменты у меня по бокам? Ну-ка, проверяем. Ну да, они отсоединены. А какого фига тогда врубаются все, которые прикреплены к основному фундаменту? Вот, так он работает. Ага, я понял. Ладно. Короче, все равно, я вот все подключил. Врубая на центральной платформе, а двигатель работает там. Меня это крайне не устраивает, вот прям совсем. Если мы вот это вот снесем, двинем и проверим. Да стой, 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 стой. Не катись. До сих пор работает, я понял. Тогда придется все-таки без вот этого всего. Вот, теперь уже отключилось. Ага. Если вот это все-таки сюда вернуть.
Нормально. Получается, что одну оградку надо убрать с каждой стороны. Двигатель сюда. Нет, слушай, не сюда его, надо по-другому сделать. Есть другая идея. Мы его вот с этой стороны шлепнем. Так будет лучше для маневренности. Теперь ставим тут рычаги. Сюда. И сюда. А тут воздушный шарик. Ну, подожди, прежде чем это запускать... А, мне же еще основной двигатель надо поставить. То есть вот таким вот образом. Тестируем. Все, ништяк. Все работает. Все как надо. Главное, чтобы это дело не вылетело. Все потом. Можем вперед. Так, не понял. Ах ты, елки-палки. Оба работают как... Ага. А этот не включается центральный. А нет, включается. Он включается. Но мне это не нужно. Выходит. Выходит, что мне нужно убрать вот эту еще часть. Проверяем. Ай, скатил ее совсем туда прям. Все не так, как я бы хотел. Толкнись обратно, пожалуйста. Но это сильно, блин. Вот. Тестирую. Ой-ой-ой. Тестирую. Все, вроде бы как надо. Можно запрыгнуть. Что ты на меня смотришь? Мочучись. Так, ну выходит, что... что все вот так вот как-то криво-жопо будет работать у нас. Остается только поставить тут воздушный шар. А если я поставлю воздушный шар, то он может все это вместе объединить. Ну, сейчас проверим. Чисто проверим. Вот так вот я его ставлю. И вот мы пытаемся взлететь, но так как у нас нет симметрии, конечно же, мы будем лететь криво. Но если я включаю, тут вроде бы все. Тут так. Да, работает как надо, но летим мы не так, как надо. Поэтому надо еще шарики сделать. Окей, спереди шарики. По-любому, а то без них никак. Все. Наконец-то! Управляемый самолет в Лего готов. Турбины все на месте, ничего не потерял. Здорово. Теперь мы можем разворачиваться. Вот. И куда надо лететь. Здорово. Главное... Ой-ой-ой, как вот это вот плохо работает штука. Она работает не совсем так, как хотелось бы, но поворачивает. Ладно. А если мы включим вот этот еще, то будем поворачивать быстрее. Для маневренности именно это я и хотел. Вот. Все, отлично. И теперь вперед! Вперед из песней. Летим! Зашибись. Можно еще... Что? Что отлетело? Что выключилось? А, это двигатель вырубился у нас, да? Я так испугался, думал, что-то отвалилось. Ну, вроде все ок. Можно еще шариков приделать, чтобы повыше взлететь. Сейчас я это, наверное, попробую организовать. Вот так вот. Вот. Взлетаем еще выше, отлично. Единственное, блин, вот это вот совсем как-то плохо тут стоит теперь. Не нравится мне это, очень не нравится. Че, летим вперед. Надо открыть карту и посмотреть, где мы сейчас летим. И где у нас тут есть ледяные пещеры, если они тут у нас есть. Что-то пока не видно. О, кстати, надо достать еще фонарь. Точнее, не фонарь, а факел. И лучше разделить все это дело. Чтобы у меня было два факела. Куда ты полетел? Факел упал. Вот так вот я хотел. Вот, чтобы у меня в двух руках два факела было. Ну что, все? Сейчас будет тепло, бургер я сожрал. Поэтому let's go. Вперед из песней. Исследовать ледяной биом. Вон, кстати, пещера. Ой-ой, чуть не свалился, тихо. Что-то как-то очень-очень резко. Поворот! Я сейчас свалюсь. Надо быть очень аккуратным тут. Поворот, отлично, отлично, отлично. Поворачиваем, все, стоп, 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 стоп. Теперь вперед. Почему меня так колбасит тут? Надо в шарики зайти вот тут, чтобы меня отсюда не выкинуло нафиг. Это будет мой центр управления. Кабина. Пилота. Теперь вправо руля. Вперед. Отрубаем. Теперь чуть-чуть лево. Ой, как меня завертело-то. Это надо отключить. Давай, 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 поворачивай. Ой, сейчас будет столкновение. Вперед. Вперед, летим. Полетели.
Короче, вот эта часть левая очень плохо работает. Прям мне не нравится. Отключаем. Поворот. Ну, в целом, вот и пещера ледяная. Надеюсь, мы найдем там то, что ищем. А что мы ищем, я фиг его знает. О, чуваки внизу появились. Ну, как бы все, мы прилетели. Единственное, как бы теперь отсюда еще выбраться. Помогите, я застрял! Вы хотите есть? Да почему я вечно хочу жрать? Достало уже. Вот, надо, короче, ломать сейчас воздушные шарики. А еще у меня же динамит есть. Кстати, у меня есть динамит. Где там эти чунгачкуки? А, вон они ходят. Давай вон волка кинем. Лови! Блин. Это не очень хорошая идея была. Что ж, ломаем шарики. Вот так вот. И потихонечку опускаемся. Ха, прибежал, смотри, какой, какой злой волчара. Так, главное сейчас не кинуть динамит. А! Она в руках у меня лопнула. Ну, в смысле, взорвался динамит. Вот это да. Вот это да. Где мой меч? Вот этот меч. Берем его. Смотрим, сколько урона. 13 урона нашел. Вот это сильно. Это очень хорошо. Прям нормально. Единственное, что мне нравится, это то, что вон там вот остались порох. О, оно упало. Ну, здорово. Теперь куча ресурсов у меня здесь валяется. Тихо, тихо, тихо. Надо все это собрать. Это все мне нужно, чтобы вернуться домой. Прям капец, как мне это все нужно. Вот так вот. Ладно, пускай моя... О, тут все перевернулось. Тогда придется это разобрать дальше. Вот это вот тоже надо разобрать. Смотри, как это. Но... А сейчас оно сломалось и не вместе, а по отдельности. Вот зараза. Какая. Ладно. Придется еще подумать, как лучше сделать свой звездолет, потому что, видимо, есть какие-то нюансы со всем этим делом. В любом случае, мне это все надо разобрать, поскольку непонятно, как я в этой пещере дальше буду. Может, я здесь же выйду, а может быть, в другом месте. Если в другом месте, то как бы придется возвращаться сюда, чтобы вот этот драндулент завести. Вроде бы все... Блин, все забито опять. О, вот эту вот ягодку можно собрать и похавать. Здорово, чуваки, а что у вас половина здоровья? Вы с волком подрались? Ах ты! Как много! Сколько хп отнимает-то, а? Валим, валим, валим. А, прыгаем, чтоб не в жопу. Бургер где там у меня? Черт, 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 черт. Надо бежать отсюда. Пещеру надо было... А, волк! Вот это не круто. Убегаем! Ребята, убегаем. Вот этот меня бесит. Все. Ну-ба. Все нормально, все нормально. Накипишуем, накипишуем. Он там с волком должен драться. Нет, не дерется. Жрем бургер. Давай, шестрей, шестрей, шестрей. Мимо. Все, сдох. Это что у него? Хлеб был? О, жрачка. Ништяк. Жрачку я люблю. Волк отвлекся. Сейчас я посмотрю, что тут выпало. Арбалет у меня получше. Длинный меч возьмем, чтобы не ломался свой. Ну все. Можно сожрать еще вот этот вот хлеб, чтобы с голодухи не сдохнуть. И восстановить здоровье. И лезть в пещеру. Ай, зашибись. Бежим скорее в пещерку. Это что? Погода испортилась. Ну, это лишний повод залезть в пещеру. Я здесь. Я внутри. Берем факел. Берем меч. И пошли на разведку. Ничего себе. Спайдермен тут спрыгнул. И лавалит у них тут есть. Да, они богаты. Хотя, казалось бы, что тут лавалиту делать в этой пещере? Так. О, паучок замерзший. Он же замерз? Он как бы замерз, но... Он еще может тебя укусить. Блин, нифига себе, он меня куснул. Офигеть, тут защиту нужно качать. Потерял кучу здоровья просто на одном укусе паука. Он, видимо, ядовитый был. Тут у нас чего? О, кажется, новый ресурс. А, я не успел упрыгнуть.
О, уголь, что ли? Это что? Берем кирку, давай добывать, смотреть, что это такое. Чернющая, как уголь. Но это не уголь. Ой, добывать это довольно долго. Там скелетон слева прошел, надеюсь, он меня не заметил. Что это такое? Железо! Это железо, ребята. Теперь я могу делать железные слитки. И что с этими железными слитками я могу там смастерить? Я точно знаю, что фонарь я могу смастерить. И как бы все. Железо мне нужно только для этого. Да, хорошо, что кирку на прочность зачаровал. Долбить тут прилично. Пойду теперь вот это добуду. Это кобальт, что ли? Сапфир! Ух ты! Подобрал сапфир, но... А чё? А чё не подбирается-то? Места нет. Кость выкинуть нафиг. Ограненный сапфир. И что-то еще я могу сделать из него. Показывайте, что же. Субстанция удачи. Для чего она? Даст мне больше шансов выпадения всяких интересных ресурсов. И амулет удачи. Там сверху есть сундучок. Пойдем поднимемся за ним. Допрыгну сюда. Вот так-то. Я, кстати, совсем забыл. У меня же есть вот эта вот штука. То место, куда я не смогу допрыгнуть. Проклятая кость. Ух, как звучит. Из этой кости я могу сделать амулет стойкости эпический. И что-то еще. Что там, показывайте, что ты. Что еще, что еще? Амулет регенерации. Угу. Это я все возьму. Можно будет поесть. Ну, пускай останется семечка одна. А вот и скелет ходит. В наушниках он меня, по-моему, не слышит. Это мне даже на руку. Там еще он появился, скелет. Ха-ха, заметил меня все-таки. Готов. Навалить, заварю. Заберу. Ага. Можно, знаешь, что сделать? Чтоб посветлее было. И нифига не светло. Да. Лучше не стало. Ну ок. Так, пробегусь. А, это все одна и та же пещера. Давай вот с этим покончим уже. А, так я же отсюда пришел. Сапфир это... О, сундук. Сыр это хорошо, жрачку я люблю. Место меча. Вот, кстати, сыр сейчас и сидим. Слушай, ну эта пещера простая. Она какая-то очень простая, потому что тут нету скелетных вот этих волков, которые я встретил в прошлой пещере. Так что, походу, придется еще наведаться и туда. Посмотреть, какие ресурсы там есть. А там наверняка должен быть еще один какой-то дополнительный ресурс, которого нет здесь. Вон, наверху. А, нет, вот они, эти скелетные псы. Вспомнил на свою голову. Блин. Вот это да, это что, обсидиан? Возьмем. Здорово, песель. Хочешь динамит отведать? Ну почему он пробежал и не взорвался рядом с ним? Кстати, давай-ка я его подержу. Подержу. И вот я его кидаю, и он должен взорваться. Отлично, я понял, как кидать динамит. Фитиль, он горит. Кидаем. Еее! Держим еще фитиль. Держим. Кидаем. Не знаю, попал, не попал. Сейчас посмотрим. Выбежал. Ах ты, с одного укуса, блин. Как он резко на меня напал. Доброе утро, ребят. А, тут никого нет. С кем я вообще болтаю? Теперь мне придется бежать туда. Ура! Я дошел до своего рюкзака. Нифига себе, как это я пропустил тут сундук, или я его не пропустил? Пропустил сундук. Ты что, с ума сошел, что ли? Так, подбираем. О, куча всего выпала. Ну, конечно. Вот это вот. Сейчас факелы повыкидываю. 3 штучки. Куча еды теперь. Знаешь, чего у меня нету? Нет. Надо пожрать еще. Они вдвоем туда прибежали. Ну, молодцы, конечно. У меня там куча всего интересного. Бургер есть? А, вот, отлично, бургер есть. Так, должно быть получше с ним. О, хорошо.
Ну что, что? Динамитом их буду сейчас пугать. Не-не-не, эту-то достань. Убежали? Кажись, убежали. Так. Вот это я сейчас съем. Вот это вот можно выкинуть, это выкинуть. Вот это все надо подобрать. Все забрал. Отлично. Так, ну чё? Псины жалкие. Ловите динамит. Плохая, наверное, была эта идея, да? Они вдвоем прибежали. Ну, зашибись, чё. А, он тут с полным здоровьем. Офигенно. Ух, какого подкинуло-то. Ловите, люля-кебабы. Беру свой арбалет, нафиг сейчас буду издалека их мочить. Но такое себе вот это вот. Вблизи точно не стоит с ними драться, они очень сильные. Прям капец. Даже динамит меня не спасает. Есть вариант, конечно, вон туда залезть при помощи моей присоски. И отсюда их мочить. Они же сюда не должны залететь. Блин, промахнулся. В голову хотел ему попасть. На тебе. Кстати, последний динамит остался сейчас. Сейчас. Ой, хорошо. Больше динамита нет. Окей. На тебе. Куда побежал? Вернись обратно. Один тут стоит. Буду, значит, их так истреблять. Свысока. Стрел у меня предостаточно. Готов! И с них выпадает проклятая кость. Ага. А второй-то где песель? Эй, песель. Что-то его не видно. Ну, раз его не видно, можно подобывать здесь железо. Я только сейчас подумал, что надо было арбалет зачаровывать на урон. Так же, как меч. И сейчас бы я бы с ними быстро расправился вообще, с этими проклятыми псами. Вон там вот сундучок наверху. Сейчас слазим, посмотрим, что там, кого там. О, вот это я бы забрал. Слушайте. Это я заберу. Что, за косточкой сходим? Взяли. Она нам все равно пригодится для изготовления амулетов. Где эта тварина? Вон она. Эй, пёсель. Ты идешь, нет? Так, убегаем. Убегаем. Почему хэт не дает критического урона? Куда бы я ни попал, 10 дамага всего лишь. Ну, прям по шапке. Может, в нос надо попадать? Не, бесполезно. Куда? Не убегай. Готов. Все, с ними разобрались. Отлично. Надеюсь, что больше таких тут не будет. Чего они тут охраняли? Покажите нам, пожалуйста. Они тут вообще что-нибудь охраняли или... Они тут просто тусовались. Вон там сундучок есть. В нем... Нифига интересного. О, привет, приятель. Тебя-то приятнее видеть, чем этих псов-скелетонов. Ух ты, блин, какой напор! Но я все равно победил. Оу, а это у нас что? А, тут просто так светится. Сундук закопанный. Гранит ледяной даст. Лопата! Мука! А вот это что, необработанный сапфир? Ладно, все это у меня, в принципе, есть. Мне незачем. Вот сапфирчик добыть надо. Я так полагаю, это пещера с двойным выходом. О! Вот и выход. Вот мы и вышли. Я как чувствовал. Интересно, где мы вылезем? Ба-бам! И мы наверху! Хо-хо-хо. Причем капец как наверху. Ну слушай, отсюда будет проще спуститься на самом-то деле прямо домой. О, я же вот это еще хотел добыть. Нифига себе, как я удачно тут вылез. Дайте-ка мне вот это. Это что у нас? Малахит. Только вот места на него нету. Надо что-нибудь выкинуть.
Думаю, что вот этот арбалет. Малхит я заберу. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет! Ребята, я не хочу с вами драться, я просто малахит хочу добыть. А сундук можно открыть? Нет? Нельзя. Опа. Ай, больно бьют. Пока вроде норм. Держимся. Ух, близко было. Это что, сырок у него? У них одежда какая-то гвардейская. Все, разобрались с ними. Ну, сырок-то можно и подобрать. Это что, длинный меч? Неинтересно, у меня покруче. У меня апгрейженный. И шейк есть. Ладно, сырком заправимся пока. И сейчас откроем этот чудесный сундук, который они охраняли. Посмотрим, что там будет. Ха, фея прилетела. Фея, подожди, у меня тут сундук важный. И ничего интересного, слушай, там и нету. Тогда малахит еще добудем. Где эта фея? Что ты мне хотел показать? Давай. Только я вот сейчас бургер заточу, а то холодно стало. Если ты меня сейчас отведешь в западню, я тебя факелом сожгу. Куда ты меня ведешь там, ужастень? Ледяной ужастень. Он меня вынесет, как нефиг делать. Она специально меня сюда несла. Ух ты, елки-палки. Меня камень спас там. Чудесным образом меня спас там камень. Ай-яй-яй, падать не хочу, не хочу, не хочу. Так, где моя присоска? Лезем наверх. Там меня хотели ототашить. Скелетончики. Эй, фейка. Ты где? Куда она улетела-то? Феечка. Сколько тут скелетов? Да пошла она в пекло, эта феечка. Я поехал. Домой. А, вот она, фея. О, смотри-ка, там они дерутся, дерутся, дерутся. Пускай дерутся. Пускай дерутся. А я поехал. Поехал куда-то вот сюда наверх. Так. Изыди, скелетон. Изыди. Ага. Ну сейчас. Сейчас мы разберемся с этой. Вначале со скелетонами, а потом с ламой. О! Да ну нафиг, я так застрял. Капец, жеваная лама. Какая неблагодарная лама. Я так... А нет, лама здесь осталась. Здорово. Очень здорово. Это я забираю. Смотри, что он там делает. Ты что там делаешь, а? Ух ты, больновато бьет. Застанет. Готово, сломался. А ты чё ржёшь? Он меня чуть не убил, блин. Так, значит, мои запасы вот эти вот надо заюзать на себя, намазать. Можно выкинуть. Можно даже нектарчика бахнуть. И теперь давай посмотрим, что с тобой погладить. Сыр, сыр, бургер. Там тоже еда какая-то. Вот это возьмем. Бургер я бы взял, он мне тут пригодится. Вместо какой-нибудь еды выкинул, но вся еда у меня здесь. А, нет, вот, стой, подожди, вот у меня тут целая куча еды на самом-то деле. Сырок. Выкинем. Вот это возьмем. Вон там вот находится мой дом, где крестик был только что красный. Сейчас еще вниз бегаю, посмотрю, что с ламы выпало. Может, что дельное. Так, это сыр. Холодно-то как. Бодра ягода и косточка ягоды. Это все нам не надо. Делаем короче, значит, вот так вот, потом вот так вот, по-простецки, потом вот так, потом вот так, и все, и полетели нафиг отсюда. Домой! Хватит тут мерзнуть. Зубы стиснул прям, дубак дубаченный. Вот это, кажется, там болото, да? А на самом деле там трава, там даже воды нету. И это нифига не болото. А вот и дом мой уже виднеется. Зашибись.
Прибыли. Разбираем воздушный шар. Вот это я, конечно, плохо сделал. Очень плохо сделал. Так, а вон там упали, они не скатываются. Ладно, сейчас побежим, соберем это все дело. Ну что? Где у нас плавильня? Вот это же плавильня. Могу сделать себе железные слитки. Как говорится, могу позволить себе это. 5 штук. А, 5 не получится, лавалита мало. Ладно, тогда 4. И что мы теперь можем сделать с этого? Пойдем посмотрим. Итак, амулет регенерации. Вот для чего проклятые кости нужны. Сапфир тоже сюда нужны. Защита 14. Ух, это сильно. Амулет стойкости. Тут вот это нужно, это и это. Так что не зря малахитовую руду копали. Она нужна для амулета стойкости. На этом все. А теперь я хочу в обязательном порядке здесь сделать себе... Где это? Освещение-то? Фонари. Вот. Для этого нужно железо. Вот такие вот фонари. Обязательно сейчас их сделаю. Дорогущие они, конечно. 3 железа нужно. Есть 3 железных след. О, арбалет открылись. Ух ты. Так, знаешь, что я еще хочу? Надо же попробовать обработать сапфир. О, рыцарский щит открылся. Балдежно. Так, значит, берем сапфир. А с малахитом ничего нельзя сделать там случайно? Тут ничего. Тут вот малахитовый блок. Надо его тоже запустить. Лопата эпическая открылась. Значит, берем малахит, еще и туда его закинем. Вот сюда его. Давай, делайся. А сюда вот. Вот это вот. Делайся. Что еще там открылось? Огромный сундук нам открылся. Дайте я посмотрю, что там для него нужно. Железный след. 24 ячейки. У-у-у, класс. Есть еще вот такой вот на 20 ячеек. Но это слишком дорого. Да, так, железный слиток еще дороже на самом-то деле. Что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Все, да? Значит, тут давай сейчас посмотрим. Нам открылся вот лопата эпическая. Дальше по оружию. Нам открылся длинный железный меч с 9 урона. Вау! Классно. И, собственно, эпический арбалет. 14 урона. По такому поводу, я полагаю, что выгоднее сделать, конечно же, арбалет, зачаровать его еще на урон, и все, меня никто не победит. Также щиты. Вот этот очень мощный щит. И пока что все. Теперь иду собирать малахитовый блок. Он ничего нам не открыл. И ограненный сапфир. Ограненный сапфир позволяет нам делать кинжал. И все. Вот такой вот кинжалик. 5 дамага. Ясно, понятно. А вот и ночь наступила. И я теперь могу поставить здесь фонарь. Вот тут вот его где-нибудь поставить. Вот тут. А освещение, конечно, такое себе от него. Ожидал большего. Ну, что поделать. Зато у меня фонарь теперь есть. Дорого это, конечно, все стоит. Безумно огромных денег. Сходить в ледовый биом, в пещеры, там это все добыть под предлогом своей жизни, чтобы тебя скелеты псы не загрызли. В общем, вот такие дела. Все рецепты я открыл, получается. Пока что ничего нового тут и нету. Больше ничего нового тут нету. Но разработчики стараются и скоро добавят сюда что-то еще. А на сегодня это все. Поэтому считаю, что Fortnite пройден. На этом можно закруглить. Если выйдут обновления, конечно, мы продолжим. Но пока на этом все. Если тебе понравилось, не забудь поставить лайк, подписаться, если ты еще не подписан. И тогда мы вновь увидимся в новом ролике. Так что до встречи.